Получается, здание клуба вот на этом месте было? Да. Да. Здесь. С этой стороны сцена была, а с той стороны зал. А вход? Вход был отсюда. А вот люди колонну эту привели? Оттуда по дороге оттуда по этой? Вели, и нам же вот недалеко слышно ж. И они посредине улицы шли? Да, посреди. Это ж колонна целая. Это человек 200, дайте. Так это ж много. И потом они вот так колонна поворачивала и заходила да, в это здание? Да, и сюда. Их загнали в клуб, и все. И мы тогда уже, немец нас прогнал. А полицаи принесли вот эту солому уже когда люди были здесь в клубе или да, до, да. заранее? Не, их в клубе были люди. А вот вы говорили, немец сидел в кресле. Где он сидел? Он на переезде. И вот так вокруг всего этого клуба стояли немцы, которые да, охраняли? Да, немцы охраняли, да. И вы когда пришли, вот вы говорите, кости были возле сцены, да? Вот да, где-то здесь, где мы да, стоим как этой, раз? Да, где мы стоим. А вот этот парень, который хотел убежать, вот вы говорили, метрах в 100, и женщина ну, через окно. С той стороны, туда он бежал. А женщина, которая через окно на выпрыгнула? На той сторону тоже через окно она. А вот вы говорите, было слышно несколько выстрелов. Это были одиночные выстрелы или очереди? Нет, одиночные.